выходной день выборов. Вот для таких крыльев существуют такие дни. Вернее, для таких дней существуют такие крылья. Потихонечку затягиваем крылышки. Прекрасно. А, браво, отлично. Очень хорошо. Второй полет получился черный. Тихо. Спокойно, без паники. Не дергаемся. Вот такой у нас получился второй полетик. Полчаса кайфа. В принципе, для января. Супер! Очень все хорошо! Класс!